Всем ОС, дорогие друзья. У нас основная задача для нас очень много творческих личностей в Калининградской области. Ну, не всем быть инженерами, писателями, поэтами, врачами, докторами. И нужно быть и спортсменами, поднимать флаг. Это очень важно при нынешней геополитической обстановке в стране, в целом и в мире. Именно в этом у нас просадка в регионе. И мы пытаемся это окно закрыть, пытаемся развивать спорт, пытаемся делать семинары, мастер-классы. И для этого нам помогают такие люди, как Павел и Гловацкий Александр Алексеевич. Так что огромное им ОС, сердечно благодарим и низкий им поклон. Всем дай Бог здоровья, все занимайтесь спортом. Мы это все делаем ради детей, ради нашего подрастающего поколения, ради нашего светлого будущего нашей страны. Всем ОС. В первую очередь хотел бы поблагодарить тех людей, благодаря которым состоялся этот мастер-класс. Поблагодарить Алексея Махно, одного из лучших бойцов ММА России, который нашел в своем плотном графике возможность приехать на стадион и сделать мастер-класс. Конечно, хочу поблагодарить нашего амбассадора зала, нашего сенсея Марата Тамаровича Алиасхабова, благодаря чьей инициативе был этот зал открыт и состоялся этот мастер-класс. И, конечно, хочу сказать, что, несмотря на то, что мы кудаисты, мы планируем и будем развивать не только эту дисциплину, но также и другие. Такие как дзюдо, бразильское джиу-джитсу, кикбоксинг, тайский бокс, ММА, грэпплинг. Молодым людям я желаю заниматься спортом, конечно. Не так важно, каким видом спорта. Не бояться принимать решения, не бояться ничего нового, быть смелыми, пробовать и достигать целей. Всех приветствую. Я Алексей Махно. Посетил город Калининград по приглашению моего давнего друга Марата Алиасхабова. Получилось потренироваться в новой для себя дисциплине кудо. Очень сложно. Такой спорт, конечно, максимально контактный, но мне очень понравилось. И Марат предложил у него в зале провести мастер-класс. Выходной день, пришло достаточно много ребят, поделился каким-то опытом, показал свои фишки, увидел в глазах ребят заинтересованность, то, что горят этим делом, единоборствами. Причем были представители разных видов, и тайского бокса, и бокса, и кудо, и вольной борьбы. Но в целом ММА объединило всех. Очень понравилось. И Марат показал свой зал. Здесь есть все условия для того, чтобы готовиться к боям. Есть хороший квалифицированный тренерский состав. И я думаю, что почему бы и не провести здесь один из сборов к своим следующим поединкам. Почему нет? Поэтому я уезжаю из Калининграда с улыбкой, с удовольствием. Спасибо вам за гостеприимство и за проведенное время. Спасибо, ребят.